живущая в нашем дворе, она отзывалась на кличку Люси Ди дворе, и каждый готов был свой завтрак отдать, а я ей котлеты носил. Люси, собаку скорей. Возможно, она на дороге лежит, попав под колеса такси. Люси, целый месяц, но ищут ее все равно. Вдруг что-то случилось, и все посмотрели в окно. Люси там шагала и 8 щенков счастливых.